Приветствую вас, прочитал ваш вопрос. Значит, ну, смотрите. Во-первых, есть определенные причины, по которым вы, во-первых, вступили в отношения с мужем, не очень хорошие, не очень благополучные, которые не делают вас счастливой. Есть причины, по которым вы в эти отношения вступили. Вот вы пишете, замужем более 18 лет, двое детей, да? Около 5 лет нахожусь в отношениях с женатым мужчиной. То есть, мы имеем здесь дело с тем, что вы, как бы имея проблемы в браке, да, значит, не решили их, эти самые проблемы в браке. А вместо этого просто-напросто начали отношения с новым мужчиной. Но если что-то, вот какая-то ваша проблема, какие-то ваши переживания привели к тому, что в браке вы несчастливы, и вы пытаетесь дополучить это у другого мужчины, то ситуация такова, что вы и с новым мужчиной рано или поздно тоже столкнетесь с проблемами, которые есть именно у вас. Понимаете? То есть, например, вы пишете, оба любим. Хорошо. Как проявляется ваша любовь, как проявляется его любовь, я имею в виду любовь этого мужчины по отношению к вам. Вы пишете, много раз затрагивали разговор о совместной жизни. Хорошо. Но о какой совместной жизни идет речь, если вы по-прежнему замужем за женатым мужчиной? О какой совместной жизни может идти речь? То есть получается, что вы либо хотите уйти сразу к этому мужчине, то есть, по сути, не быть одной. А не быть одной, значит, не разобраться в себе. Либо вы не хотите брать ответственность на себя за то, что вы хотите. То есть там вот дальше, забегая чуть вперед, вы пишете о том, что у вас, ну, что вы устраиваете ссоры, что вы ссоритесь именно для того, чтобы подтолкнуть мужа к, ну, к разводу. Только если он тиран, если он действительно тиран, то он не даст вам развод, и он не расстанется с вами, потому что вы ему нужны. Вы нужны ему для своих целей. Вы нужны ему для себя, для вот именно для себя, для для своих желаний, для реализации своих желаний вы ему нужны. Дальше вы пишете, он не готов, это вот мужчина, значит, переживает за детей. Я понимаю, что мне надо либо принимать ситуацию такой, какая есть, либо прекращать отношения. Но не могу без него, часто устраиваю скандалы по этому поводу. Подскажите, как быть, чтобы что? Даш, вот чтобы что? Вы пишете, хочу засыпать и просыпаться с ним, хочу больше внимания, хорошо. Но это не связано с вами, что вы хотите для себя? Какие желания у вас? Понимаете? Какие потребности у вас? Вы говорите, не могу без него. Значит, если вы не можете без него, значит, с ним у вас связаны какие-то потребности, какие-то желания свои вы пытаетесь реализовать через этого мужчину. Скорее всего, опять же, те желания, те желания, которые вы не можете реализовать
например, сами, самостоятельно, по той или иной причине. То есть, понимаете, хочу засыпать и просыпаться с ним, это, по сути, тенденция к растворению, к размытию границ между, ну, между вами и человеком. К размытию личных границ между вами и человеком. А это негативная тенденция. Далее, не хочу быть в статусе любовниц. Опять же, Даша, здесь очень важно понять, когда, с какого момента, с какого периода вы поняли, что не хотите быть в статусе любовницы, и когда вы захотели чего-то большего, и как лично вы сами готовы обеспечить себе этот статус. То есть статус не любовницы, ведь и мужчина женат, и вы замужем. Это означает, что вам нужно развестись, и ему нужно развестись. Это означает, что у вас проблемы в семье, и у него проблемы в семье. Но, если у вас обоих проблемы в семье, то никто из вас не делает ничего для того, чтобы эти проблемы разрешить. То есть, например, вы, допустим, вы разведетесь с мужем своим, но есть еще мужчина, другой мужчина, с которым вам также нужно развестись, получается, которому нужно развестись, а он не разводится за 5 лет, да? Что вы, ну, что вы вместе, он не разводится. Понимаете, какая штука, вот. А ему развестись нужно, а он этого не делает. И, скорее всего, он и не сделает ничего. То есть, скорее всего, он и не разведется, потому что иначе бы он уже давно развелся. На самом деле. Дальше вы пишете, значит, возможно, не хочу врать близким. То есть здесь у вас имеет место быть еще такое вот чувство вины. Чувство вины. Возможно, пишете вы, отвечая на комментарии коллег, ну, хочется большего. Я постоянно начинаю этот разговор в результате ссоры. Я предлагаю расстаться, и все заново, замкнутый круг, и так плохо, и так не могу. Потому что, Даша, вы не ориентируетесь здесь на себя. Потому что, Даша, вы саму себя, вот вне других людей, обесцениваете. Просто обесцениваете себя вне зависимости, ну, то есть вне контекста других людей. Вот вы говорите, я постоянно начинаю этот разговор. Хорошо, но зачем начинать этот разговор, если вам нужно и можно сперва самой что-то сделать для того, чтобы вот то больше, что вы хотите, стало возможным. Но вы ничего не делаете, вы только говорите. Дальше. Значит, начинается ссора. Опять же, то есть, что такое ссор? Ссора. Ссора – это, по сути, психологическая игра в скандал. Вы можете почитать про эту игру психологическую в интернете. Она описана достаточно подробно. Суть этой игры в том, что люди полуспециально, да, значит, полуспециально ссорятся, потому что боятся, ну, боятся, скажем так, близости. Вот. Дальше вы пишете: мне не хватает его внимания и заботы. Хочу больше нежности и признания. То есть, смотрите, вы хотите всего того, что вас
определяет как человека. Вы хотите всего того, всего того, что очерчивает вас как личность. Вы хотите всего того, что дает вам некое представление о себе. Потому что вот внимание, забота, нежность, признание, это вот как раз то, что определяет вас саму. То есть получается, что своих собственных представлений о себе, вероятно, сознавания своей ценности собственной у вас также нет. У вас тоже нет. Так что это очень важный момент. То, что вам не хватает его внимания и заботы, да, и почему вам не хватает его внимания и заботы, с этим нужно разбираться. Вот. Значит, хочу больше нежности и признания. Опять же вопрос, да, для чего? Вот почему вы хотите больше нежности? Когда его нет, не очень плохо. Из-за чего вам очень плохо? Вот преследуйте это чувство. Преследуйте либо сами, либо вместе с психологом на лечебной беседе. Преследуйте. Вот плохо что? В чем плохо? Почему? Вы не знакомы со своими чувствами, Даша, получается. Мне иногда страшно. Но опять же, чего вы боитесь, да? Дальше. Хочу не стыдиться этих отношений, а гордиться ими. Смотрите. Хочу не стыдиться этих отношений, а гордиться. Значит, вы стыдитесь. Если вы стыдитесь, значит, вы стыдитесь себя. Если вы стыдитесь себя, значит, вы себя такой, какая вы есть, до конца не принимаете в первую очередь. То есть вы отказываетесь признать, что вам что-то не нравится в браке. Вы отказываетесь признать, что ничего не хотите делать для того, чтобы изменить то, что вам не нравится, хотя бы в браке. Вы отказываетесь. И отсюда возникает чувство стыда. То есть стыд – это, по сути, внешнее, ну, обвинение. Вы обвиняете себя. Но какая альтернатива? Альтернативой может быть только, допустим, гармонизация отношений в браке, к примеру. То есть, если ваш муж тиран, то вы, соответственно, находитесь в позиции жертвы, и из позиции жертвы, ну, можно и нужно выйти, тогда и муж перестанет быть тираном, и вы перестанете быть жертвой, и, может быть, вот этот вот мужчина, с которым вы встречаетесь 5 лет, может быть, он вам нужен и не будет вообще, вот. Но для того, чтобы выйти из позиции жертвы, необходимо взять ответственность на себя за то, что вы хотите, и за то, что вы делаете. Научиться говорить «нет», научиться оставить свои личные границы, увидеть и осознать свою ценность, принять себя. Это процесс, на котором вам, ну, как бы на пути, к которому вам нужна будет помощь или по пути этого процесса вам нужна будет помощь, вот. Потому что сами вы скорее всего не справитесь. А так получается, что вы чуть ли не специально себя обвиняете, чуть ли не специально стыдитесь, чуть ли не специально делаете то, что, ну, вот, грубо говоря, осуждается обществом, да, для чего? Почему? Потому что это тоже внимание. Потому что, обвиняя себя, вы чувствуете свою значимость. А без этого вы, скорее всего, своей значимости вы не ощущаете. Опять же. Далее вы пишете про зависимость, я тоже думала, что мне делать, спрашиваете вы, опять же, что делать, чтобы что? От зависимости не то, чтобы нужно избавляться, зависимость раскрывает. То есть вот эта зависимость, это ваша потребность, которую вы самостоятельно не решаете, вы прикладываете ответственность за эти потребности на другого человека.
Из-за этого возникает зависимость. Здесь просто нужно работать с вашей потребностной сферой. Далее. Вы пишете, нет, он честен со мной, говорит, что он хочет, мечтает, но его близкие будут страдать, и он не выдержит. К сожалению, это, ну, помимо того, что это абсолютно такая классическая история, когда человек давит, как бы, на жалость, да, вот, помимо этого, как бы, ну, здесь угадывается абсолютное отсутствие логики, потому что, если, например, человек на самом деле беспокоится за родных, то он прекрасно понимает, что тот факт, что он находится с вами, уже говорит о том, что он несчастлив с теми, кто он был до этого. А если он с ними несчастлив, то и близких своих сделать счастливыми он не может тоже. А значит, это, по сути, лицемерие. Вот. Я понимаю, почему вы отказываетесь это видеть, условно говоря, я понимаю, да, потому что, ну, типа, у вас зависимость. Но, тем не менее, по сути, это не, суть от этого не меняется. Далее, говорит, что счастлив, искал меня всю жизнь, нам хорошо вместе. Ну, опять же, нам хорошо вместе, да, то есть, о себе вы не говорите. О себе вы, ну, себе вы здесь ничего не говорите. Далее, я слежу по его словам поступкам, давно вместе, вот. Ну, то есть, опять же, поступки его, они такие, что он не разводится до сих пор. То есть, тут тоже такой момент, о чем именно вы судите, это нужно исследовать. О чем и почему вы судите, это нужно исследовать. Что касается того, что вот вы, значит, пишете, что судите по словам, то, ну, мужчину по словам судить не имеет смысла. Дальше. С мужем не все гладко, он тиран в отношениях, если положительно, хорошо зарабатывает, любит детей. Это, опять же, позиция, когда вы обесцениваете сами себя, то есть, типа, хорошо зарабатывает и любит детей. Но этого, очевидно, мало вам, потому что вы завели любовника. А если вам этого мало, то совершенно очевидно, что, коли вам этого мало, это означает, что вы не удовлетворены. Но вы своей неудовлетворенностью жертвуете ради детей. А что было до детей, Даша? Когда-то же детей не было, дети появились, наверное, не сразу. Что изменилось тогда? Что произошло тогда? Что случилось тогда? Понимаете, какая штука? Это нужно исследовать. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, это нужно исследовать тоже. Дальше. По поводу тирана, да, ну, треугольник Карпмана, сразу, как бы, тут приходит на ум треугольник Карпмана. Дальше, значит, пробовала расстаться максимум недели, очень плохо без него, совсем запуталась. Ну, опять же, да, запутались, в чем плохо, почему. То есть, дальше вам нужно работать со своими чувствами здесь. дальше, только он прав, частный скандал с его стороны, раздражение психи. Смотрите, опять же, психологическая игра, скандал, это первое. Второе, любой тиран, это человек с достаточно низким эмоциональным интеллектом, достаточно высоким порогом чувствительности, то есть ему, чтобы что-то почувствовать, нужны сильные эмоции, и человеком, это, как правило, человек, который глубоко себя обесценивает, то есть это означает, что ему для того, чтобы почувствовать что-то, нужно вызвать подобное же чувство у вас. То есть это классический садист. Можете почитать об этом в интернете. Вот. Ну и ревность. Понятно. То есть, как бы, это понятно. То есть, как бы, ревность, это уже идет, как сказать, бонусом таким. Вот. Далее. Значит, плюс контроль.
Да, плюс, плюс контроль. Дальше, вы пишете, если позовет, уйду. Вот понимаете, дальше, если позовет, уйду, а если не позовет, что вы будете делать? Вот если никто никуда вас не позовет, сами для себя, что вы хотите, что вы готовы сделать? В какой момент? Когда вы вместе, когда мы вместе, пишете вы, я счастлива. Ну, опять же, да, здесь нужно разбираться, почему вы не можете быть счастливой, ну, без него, как бы. Дальше. Значит, так, он всегда был вспыльчив. Надеялась, что это произойдет, он решится. Но здесь вы, как я уже сказал, перекладываете ответственность на него за свои интересы, за свои именно интересы, Даша. То есть вы перекладываете ответственность за то, что вы хотите с ним развестись, но сами вы не готовы принять то, что вы хотите развестись. Еще раз повторю, дело не в том, кому вы уйдете. Дело в том, что у вас с мужем не ладится. Другой человек, который есть сейчас, это пока что просто в сравнении с тем, кто есть у вас. Но чтобы взглянуть на него адекватно, чтобы взглянуть на него максимально аутентично, самобытно, необходимо отойти от мужа и понять, что же нужно вам. То есть у меня такое ощущение, что вы вот без мужчин вообще не существуете. Вы, по вашему мнению, без мужчин ничего из себя не представляете. Как бы. Вот. То есть я вас не отговариваю от того, чтобы, ну вот, значит, чтобы стремиться к этому человеку, с которым вы сейчас. Я вас не отговариваю, но я хотел бы, чтобы вы в первую очередь подумали о себе, да, о том, что нужно вам. Далее вы пишете, тогда как все прекратить, чтобы не было так больно? Опять же, с болью, Даша, нужно работать. То есть боль – это чувство. Боль – это какие-то эмоции. Боль – это какие-то желания. Вам нужно с этим разобраться. Боль – это свидетельство того, что вы что-то не так, неправильно, деструктивно делаете. Вы пишете, у меня есть своя квартира, дети, конечно, со мной, его со временем, думаю, будут с нами. Я люблю детей, умею находить общий язык, думаю, мы могли бы быть счастливыми. Но опять же, мы, да, то есть мы здесь, не вы. У вас есть своя квартира, хорошо, но это ничего не значит, потому что у меня нет такого чувства, такого ощущения, что вы, еще раз повторю, цените себя, вот, цените себя именно без, ну, без людей, без мужчин, которые рядом, вот, с вами. Дальше, значит, так, ну вот тут вам, я смотрю, порекомендовали книгу, вот. Не то чтобы я не одобряю этого, просто там на моей практике книги не решают проблем. На моей практике книги не решают личностных проблем. Поэтому здесь имеет смысл все-таки вам именно поработать с психологом приватно для того, чтобы разобраться в себе. И, возможно, подкорректировать именно свое отношение к себе, свое восприятие себя и других людей, подкорректировать свои цели, подкорректировать свои
желание, понимаете? То есть, как бы, что-то в себе принять, что-то принять в своем муже, что-то наоборот не принять в себе, да, и решить там, ну, поменять, переделать и так далее. Вот. Но еще раз повторю, корень вашей проблемы не в том, как вам, например, быть с женатым мужчиной пока что. А корень проблемы заключается в том, что вы вступили в брак и прожили 18 лет с тираном. Причина, точнее, как бы, проблема заключается в том, что, несмотря на то, что вы не хотите быть в статусе любовницы, вы ею являетесь, что говорит о заниженной, в первую очередь, самооценке. И коли так, коли у вас заниженная самооценка, то в первую очередь ее нужно корректировать и повышать. И если это все сделать, то автоматически изменится и все остальное. Я думаю, что примерно так можно вам ответить. Я думаю, что вот примерно, ну, примерно такой ответ вам можно дать. Конечно, опираясь на свой опыт, я могу сказать совершенно точно, что вам нужна помощь нужна вам специалиста, потому что, ну вот, вы сами вы, скорее всего, не справитесь с этой ситуацией, потому что, ну, опять же, да, если бы вы могли справиться, то вы бы это уже сделали. Так что найдите возможность пообщаться с психологом, который вам подойдет, который, ну, которому вы доверитесь, и решить для себя все проблемы, которые у вас есть. То есть книги — это хорошо, но они не решают тех проблем, которые есть именно у человека, потому что книги все-таки дают именно унифицированное, так сказать, универсализированное решение каких-то проблем без учета именно особенностей индивидуальности. Плюс ко всему, есть такой момент, что терапевтическим эффектом обладает именно раскрытие своих чувств, раскрытие своих желаний, раскрытие своих переживаний. И вообще откровенность, вот та самая открытость, по сути, которой вы так хотите. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго, обращайтесь, если будет такое желание.